И вот они 0,40. Напрасно Агнешка затеялась с срезанным ударом. Нет, с полулета укоротить не вот этот мяч. Был слишком сложным. Резаная свечка, неглубокая. Все видела Ким. Знала, что Агнешка будет укорачивать ударом с лета. Поэтому его становится очень опасной теннисисткой. И если будет продолжать в том же духе, еще турниры выигрывает. Излюбленная комбинация Ким. Попала Агнешка в линию. 30-15. Уимблдон и Ролан Гаррос. Здесь в Австралии победить было не суждено. Какая хорошая пауза. Срывается мяч с ракетки у Ким. Истязала свою соперницу. Так постепенно Ким с каждым. Вторая двойная у Ким, и гейм достает. Выбрала момент, пошла вперед к сетке. Так постирают против Кветы Пешки и Катарины Сриботник. Чудесно. Да, свеча была не... По-прежнему 3. На. Это очень остроумно.
И первый сет за полчаса прибрала к рукам Кимка. Физического состояния. Давайте посмотрим статистику первого сета. У Агнешки хороший, исключительно хороший процент попадания первым мячом, но... Все попадает. Удар в противоход был очень уместен здесь. Очередной драйв. Очень нравится. Обидно за Агнешку. Готово. Здесь сыграла слета, а свеча у Агнешки немного не получилось. С такими мячами Ким может все что угодно делать, бить на выбор. В которых она защищается, а потом выбирает момент для контратаки. Но сегодня мы видим, что вот эти долгие длинные ралли неизменно заканчивается в пользу Ким. Вот это стиль Агнешки. Ну что, впервые за долгое время. Великолепно. Вот это уже комбинации. Варианты. Классическая комбинация. Да, сил не было уже у Агнешки, и все поставила на... А здесь без шансов. Здорово. 40-30. Прием в первом квадрате.
дожимает бельгийка на этот гейм 2-1. Да, Агнешка продемонстрировала чувство мяча, но и Ким. Ким повсюду. И до укороченного. Здорово сыграла. Но Агнешка дотянулась. Такой изящный удар с лета. Ким мчится на всем ходу. И какой удар она делает в противоход Агнешке. Скупая на эмоции. Впервые в этом матче Ким вот этот драйв продолжительности. Агнешка находит варианты. Ничего не поделать. Даже левой рукой пришлось Агнешке сыграть, но все тщетно. Две трети мячей. Обе там выигрывают, но Ким почаще выходит вперед. 30-0. Все легко было для Ким. В финале сыграют с Меган Шонесси и Энди Рамом. Потрясающе. Это лучшая комбинация в исполнении Агнеш. Во втором сете накопившаяся усталость немножко ее отпустила. Разбегалась. Ким рискует. Очередный брейкпоинт. Да, кросс справа. Сейчас не более грозное оружие. Ну, Агнешка огрызнулась. Играть смелее сейчас. Ноги совсем сейчас не слушаются. Дарьё. Как вам это нравится? Ответный брейк делает Агнешка во втором сете. Совершенно не получился. Роджер был просто великолепен. И Вавренко выглядел лишь статистом. Сегодня Давид Феррер попробует прихватить Рафу. Не может. Прошел эйс. Всего лишь второй сегодня в этом. Двойная ошибка. Пятая у Клайстерс. Что? Кепки
Отпустила. И Ким еще одну ошибку допускает. 5-4. Радванска повела во втором сете. Очень трудно. Но это действительно так. Умница. Это опрометчиво. Ким угадала. Слишком откровенно. Подача на вылет. Первый эйс у Агнешки. Это быстрая. Теперь уже Ким приходилось защищаться в начале этого розыгрыша. Очень рассчитан. Момент исключительный. Ну нет, только нерезанный удар справа, Агнешка. Ой-ой-ой. Вот эта свечка с полулета едва не прошла. О, этот удар, конечно, не лучшее продолжение. Расстроена. Но только не это, Агнешка. Сколько сил она потратила, и на завершающий смеш ее уже не хватило. Хотя ведь она переиграла Ким. Третий брейкпоинт у Ким в этом гейме. Ай-яй-яй-яй. Агнешка. Могла сетбол заработать. Дожимает Ким. Очень вовремя бельгийка спохватилась в этой партии. Но очередной раз над кортами пронеслись эти боевые истребители. Сколько идей у Агнешки, а? В этом втором сете как преобразил. Хороший прием. Да, как спаслась сейчас. И вариант. Немножко отказалась от вращений. Почти плоско играет. Ким, какой слайс был в запасе, а? Недосягаемой траектории.
Ой-ой-ой-ой-ой, резанный удар подводит Агнешку. Превосходный удар. Как смело. К счастью для Агнешки, Ким здесь промахивается. И давайте смотреть тайбрейк. И сыграла у Ким счет 3-1. Но сеточка помогла немного. Чем у Агнешки сил бежать уже, конечно, нету. Нет, Ким далеко не отпускает. Она не экономила сейчас силы. Была хороша, она была активнее. Хитросплетение было в этом во втором сете, но Клайстерс первая пришла вот к этому матчболу двойному. И все. 6-3, 7-6. Победа Ким Клайстерс, и она выходит в полуфинал австралийского чемпионата, где она встретится с Верой Звонаревой. Хороший матч получился, несмотря на то, что в двух сетах выиграла Ким. Борьба была и очень даже интересная, ожесточенная. Я думаю, что Вера может подчеркнуть для себя много. Death-defying stunts, no special effects, and no...